Всех приветствую, друзья, на канале Рыболов-Копатель. А мы с Сергием, с отцом Сергием сегодня прибыли за грибами. Идем. Раннее утро, сегодня 7 утра, 6 градусов было. При том, что позавчера мы ездили на коп с Колей, и было днем 32 градуса. Вот так вот осень вступает в свои права. Ну а вы, ребята, отдыхайте вместе с нами. Наливайте себе чаек, берите плюшечки, может быть, выпечку от ООО «Пионер». И подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте палец вверх, пишите приветственный комментарий. Поехали, друзья, мы только зашли в лес, и уже сенсация. Посмотрите. Это что такое, Серега? Это дождевик такой гигантский. Очень вкусный грибочек, ароматный. Обалдеть. Одна мякоть. Офигеть. Как мячик. Вот так вот. Вообще, класс. Видите, друзья, такое, блин, вообще, я первый раз такое вижу, да. Как футбольный мяч, реально. Чисто футбольный мяч. Только зашли и сразу взяли дождевик. Размером с футбольный мяч. Сколько он весит, Серег, как ты думаешь? Ну, 600-700 грамм. Под килограмм, короче говоря, почти что. Уже не без грибов, друзья. Уже не без грибов. Будем ходить, травы еще много. Ну, что-нибудь да найдем. Ребят, есть старый действенный способ от комаров и для того, чтобы взбодриться. Если вы остались в лесу, находите муравейник. Кстати, от клещей это тоже очень хорошо помогает. Но это для тех, кто не боится укусов муравьев. Вот они бегают, вот так вот кладете и ждете, когда они забегут на ваши руки. Вот они бегут, 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 бегут. Посмотрите. Посмотрите, вот, наполняют. Потом вот так берете. И вот так вот обтираетесь. Все, комар не тронет никогда. Носа не подточит комар. Вот такой нормальный нечервивый маховичок. Очень, кстати, вкусный и ароматный грибочек. Как ни странно. Зато вон белый шар какой огромный у нас. Мы подошли к интересному сооружению немецкому. Вот эта вот речушка, она чистая. Вот видите, и как все обустроено. Кирпичная кладка, трубы. А над ней... Получается, вот так вот протекал Калининградский отводной канал. То есть, ну, всякие фекальные воды и так далее по нему шли. Чтобы реки не смешивались, его пустили над рекой. Вот он. Он уже сейчас осушен. Вот он, видите, идет. Вот так вот. Здесь уже тот ручей имеет такую
болотистую консистенцию, но тем не менее он вот так проистекает, пересекает здесь отводной канал и течет себе дальше. Эх, червивый грибочек. Почти что нет. Все, можно есть. Этот хороший вообще, красавчик. Молоденький такой, да? Да. Ребят, ну что, кажется, мы на полянку нашли. Посмотрите, вот они. Польские пошли. Раз. Вот они, красавчик, посмотрите какой. Два. Вон он, третий. Четвертый. Можно кружиться и снимать, да, грибы. Да, можно кружиться вокруг и снимать грибы. Вроде бы мы что-то нашли, и это уже радует. Красота. Тоже такой червовастый, да, маленечко? Угу. Ну, этот уже старенький, видно. Не берем такие, да, мы все? Не, не берем, конечно. Это полный ноль. Это мицелий просто кладем сюда, оно потом даст свои плоды в следующем году. Или еще в этом даже. Польский, друзья, польский белый. Польский белый. Такой осенней свежестью пахнет. Красота. Какой симпатичный малыш. Посмотрите, ребят. Обалдеть. Ребята, вон свинушка растет. Вот она. Мы их не берем уже, да, Серег? Да, раньше их кушали обильно. А нынче что-то доказали, что и какой-то накопительный эффект ядовитый у них. Поэтому мы их больше не кушаем. Охота продолжается. Вот они. Ну, тут их целая... Целое семейство большое. Пузатики такие стоят. Шикарные. Ну а мы пока собираем польские. Польские белые. Сергей обрабатывает их сразу. Дабы дома не мучиться. Чувствуем запах веселки. А если мы чувствуем запах веселки, то значит скоро мы ее найдем и съедим сразу по сырому яйцу. Это очень полезный гриб, друзья. Я неоднократно о нем рассказывал. Не можем найти нигде. Запах есть, гриба не видим. Уже и запах тоже пропал. Сергей нашел веселку. В первый раз мы не нашли. А вот сейчас мы нашли. О! Вот он. Простреленный. Сейчас осталось найти яйца, то, чтобы нам съесть. На канале уже есть видео, друзья, про веселку. Я неоднократно снимал, как делать настойку из нее. Но мы употребляем в сыром виде ее. И во Франции вообще из нее салат любят готовить. На вкус как редис. Но не вот такой вот вид, а еще когда она в зародыше, в яйце находится. Сейчас будем искать яйца. Смотрите, ребят, вот она. Уже, по крайней мере, один на двоих мы съедим. Как раз нам на двоих. Мы кожуру очищаем. Держи, Серег. Держи, это тебе. А вот этот мне. Самое ценное в нем, вот это вот маслица. Солью лучше. Ох, вкуснятина такая. Такой свежий. О, приятного аппетита всем.
Ой! Прекрасный грибочек. Симпатяга, да? Да. Вот решили разлезать грибочек, посмотреть, как он внутри. Вы это слышите? Это то, что надо, да? Вообще просто. Мы с тобой сегодня деликатесами объедаться будем, Паша. Посмотрите, ребят, посмотрите, какой размер. Готовить можно как угодно. Можно варить, просто жарить. Можно сырым употреблять. Так что гриб прекрасный. Просто кайф. Во. Такая вот красотища. Да, зачет. Полтора часика погуляли мы, ребят, нашли на покушать грибов. Веселку нашел. Да ты что? Иди сюда, веселку. Сергей веселку нашел. Я хотел уходить. Сергей веселку нашел. Обратите внимание вокруг дерева. Батюшки мои. Ой, ой, как нам на выходе фартануло. А лягушка ее охраняет, сидит. Вы посмотрите, друзья. Вот она. Ой, шарики. Раз шар. Серега молодец. Посмотри. И такие все. Тут есть маленькие. Ага. Совсем. Но не надо их брать. О, там еще. Два. Надо вот тут сейчас еще прошерстить будет. Килошник есть. Килошник есть, да? Сейчас еще вокруг тут позырим. Вон еще я вижу, вон. Все, я тоже вижу. Веселка. Везде там. Мы обварились. Посмотри, вон он уже прострелить готов. Так, смотрим дальше внимательно. Смотри, вон, Серег, не раздави. Я в ту сторону пошел. Вон туда. Ну, давай. Недоросики. Блин, кто-то залез туда и сожрал. Ну все, на неделю хватит долбить, как говорится. Всю жизнь говорили, что грибы накапливают радиацию. У нас есть дозиметр. Белый, белый большой. Он дает 5 сотых микрозиверт в час. Ну это вот фон, нормальный фон. Мы сейчас в лесу находимся. Вот у нас есть грибы. Есть гриб дождевик, да, он правильно называется, Серега? Да, да. Белый огромный. Сейчас мы его замерим. Нет, ничего не меняется, все так же. И вот боровички, веселка. Все в норме, друзья. Грибы не радиоактивны, можно кушать. Все, поделили добычу, друзья. Выдвигаемся домой. А тут наши польские белые томятся потихонечку. Ай-яй-яй-яй-яй. А вам что, мадам? Вы что-то хотели?
Ну все, ребятушки, приятного аппетита!